Высокотехнологичное оборудование в добрые руки. Самарскому госпиталю для ветеранов войн подарили новое оснащение для операционных и кабинетов ультразвуковой диагностики. Технику больницы передал Федеральный благотворительный фонд «Память поколений». Увидеть толщину сердечных камер, прослушать ритм и узнать, был ли когда-то инфаркт с детальной точностью. Такой высокотехнологичный ультразвуковой аппарат теперь достояние Самарского госпиталя для ветеранов войн. Передан в благотворительных целях. Для госпиталя ветеранов войн, то есть он превращается из лечебно-диагностического в лечебно-реабилитационные учреждения. Очень важно в процессе реабилитации, чтобы вот лечебные и диагностические процедуры оставались на должном уровне. Вот сегодняшняя помощь, благотворительность, она позволяет это сделать. Помимо аппарата УЗИ, госпиталь получил бестеневые лампы для операционных, видеоколоноскоп и оборудование для эндохирургии. Такую помощь больнице оказал Федеральный благотворительный фонд «Память поколений». Мы очень рады и очень благодарны фонду за вот такую благотворительность, которая сегодня в госпиталь пришла. И я уверен, что это сегодня не разовая акция. Госпиталь имеет очень большой опыт работы с благотворительными фирмами, компаниями, фондами, просто благотворителями, индивидуальными людьми. Госпиталь был основан в 1943 году для лечения раненых в годы Великой Отечественной. Сейчас в нем трудятся почти 350 человек, в их числе заслуженные врачи и работники здравоохранения. Медицинскую помощь ежегодно оказывают для более 8 тысяч ветеранов. Наш фонд призван оказывать помощь ветеранам всех войн и боевых действий, и в том числе профильным медицинским учреждениям. Мы считаем, что это очень важно, потому что ежегодно огромное количество ветеранов лечится здесь, им проводятся различные обследования, операции. И очень важно, чтобы это делалось на правильном, хорошем и современном оборудовании. Совместная работа госпиталя с фондом продолжится в долгосрочной перспективе. Дарья Зотова, Александр Дудко, «Новости губернии».